Привет, представься. Здравствуйте. Капитан команды «Интер» Никита. Как игра, как настроение? Настроение хорошее, выиграли. Игра тяжелая, эмоциональная. Мы морально готовились. Такие, думаю, блин, скоро игра с Вероной. Надо что-то как-то подготовиться. Потому что ребята сильные, команда. Молодцы. А кого бы выделили из своей команды как лучшего сегодня? Да у нас все молодцы. Пацаны. Вот выделить одного кого-то... Это обидеть других. Сегодня все вложили одинаковый вклад в победу. Как судейство? Такое, на самом деле. Хорошо, спасибо, удачи. Спасибо.